В Киевской области скандал в региональном управлении нацполиции. Здесь на мертвых душ списали 1 000 000 гривен. Сегодня Генпрокуратура провела обыски в домах и кабинетах бухгалтеров управления. Обвиняют их в краже денег, которые выделили на зарплаты сотрудников в период с 2015 по 2016 годы. Следователи выяснили, чиновники перечисляли средства на банковские счета подставных лиц и несуществующих людей. В ГПУ уверяют, все подтверждающие это документы нашли, но больше никаких деталей. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет тюрьмы. Нацполиция Киевской области от каких-либо комментариев отказываются.